Всем привет! Сегодня мы будем слушать пошлая Молли «Контракт». Обычно пошлая Молли меня банит, потому что я, видимо, очень много к ним претензий имею. Ну, давайте узнаем, что на этот раз. Вдруг пошлая Молли выросла из коротких штанишек, и я ее похвалю. А вдруг? Вот, блин, кто, Клава Кока писала, пела, да, что мужиков не хватает на, вокруг. Вот, вот вам пример такой. Это как-то у нас исполнителей последнее время, даже рэп-исполнителей больше каких-то женоподобных. Сейчас тебя опять в комментариях засру. Ну, что есть, то есть. Это было очень мило с твоей стороны, но я хочу еще 20 лямов подписчиков, личико как у Бибера. Суммы тупо неприличные, чтобы было стыдно говорить лишнему. Рокстар, я не вру, все, что я люблю. А мужиком вот ни разу не пробовали быть, ну шо ж все это? Да, ребятки, вот я как бы, знаете, вот о чем подумала. Вот действительно, в нашей жизни слишком мало, в вашей жизни слишком мало проблем. Мы взрослые, видимо, настолько вас сильно пытаемся отстранить от каких-то проблем, что у вас вот... самая большая проблема – это нет бутылки. Или нет девчонки, она взяла и ушла. Ну, как-то вот настолько вот они вот пошлые, не зря они пошлые обзывают себя. Вот оно продолжает такое быть. Вот. Просто вот, как бы, понимаете, вот смотришь иногда и думаешь, ёлки-палки, о чем вы думаете? Ради чего вы живете и что вы хотите показать своим творчеством? Вот. Насморк, озноб, температура и боль – это самая главная ваша проблема. Другого у вас просто нет. Кошмар. Ну, дай бог вам, конечно, дай бог нам всем здоровья и поменьше проблем, но, друзья мои, пора взрослеть и становиться взрослыми, а не детьми, которые вот изображают из себя непонятно чем. Троя. Всем пока.